Да? Молодцы, отцы. Так, ну этот год, точнее следующий год, 2019 год, Николай Моисеевич встретит его в тепле. Вот такие вот заваленки. Ну, дешево, сердито, ну а куда деваться-то, блин? Зима примет, я думаю. Это натуральное. Да, вот здесь вот были кусты, шиповники. Короче, было вот так вот. Все сожгли, сделали большой костер. Коллектив был из троих человек, в два, в три мира. Короче, как в немецком порнофильме. Но только мы здесь. Вот так вот. Все под рукой. Так, эталон кусторез. Своей задачей, в принципе, справляется. Кстати, и вот, вот этот тот самый замечательный партнер. Патриот. А, патриот, да. О котором так нашумел видос и набрал там сколько-то там тысяч подписчиков. Да ладно. Да, вот он работает. Но я его когда ролик снимал, когда я его. Он у меня не заводился вообще. То есть он и глох. Такое состояние было у него. Вот я потом его полностью разобрал. Полностью? Да. Карбюратор, наверное. Нет, полностью. Карбюратор, кстати, тоже здесь, по-моему, я менял, покупал или тот же самый, или продувал. Аккуратненько прокладками снял, ну, чтобы не повредить. Намазал их солидолом вокруг. И все, начиная от коленвала, там такой коленвал прикольный. Такой пальчик и вот, знаешь, это. А такой детский прям. Да ладно. Да. Там все просто. Сзади крышка и весь поддон. По сути дела нет ничего такого. Два подшипника. Вот. А если воздух просасывает, он троит, начинает воздух сосать. И вот у них такая проблема. Ну, дешевенький, но вот он какой год уже, в принципе, работает. Не сказать, вот как вот эти там. С тобой готов брать. Да. Вот. Кучу надо перевернуть, наверное, там внутри. Да, там. Ты его оставь пока. Здесь. Так, ну вот такой вот памятный, как говорится, правда, видео. Давайте, в историю. Мне надо у этого утащить. Сегодня нахуярили. А мы что, когда поедем, завтра?